на конкурсной основе ребята будут решать вопрос по поводу трафаретов, которые на стены, закрашивать их, бороться, указывать, какие страницы в интернете пропагандируют наркотики. Таким образом, чего мы достигаем? Ребята, вместо того, чтобы употреблять наркотики, занимаются тем, что с ними как минимум борются, да, и распространяют среди своих друзей о том, что, в общем, это правильное движение. Это одна часть работы. Вторая часть работы – ребята, те, которые учатся в СПО, чтобы они были заняты. В первую очередь спортом. Она сейчас как тестовый вариант проходит. Потом мы ее, которую мы собираемся сделать, вот со студентами СПО. То есть это соревнования, которые реально вот это вот делают, красят. Сообщать в полицию, смотреть. Разделение труда есть. Есть те люди, которые в этом районе красят. Есть и люди, которые в этом районе закладывают. Оперуполномоченный 4-го отдела управления по контролю.